Привет всем любителям вестернов. Предлагаю послушать обзор к американскому сериалу «Йеллоустоун», второй сезон. Но для начала подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Для вас это пару секунд, а для нас огромная поддержка. На северо-западе Соединенных Штатов Америки есть известная достопримечательность – общенациональный парк с прекрасным природным пейзажем. Государство старается поддерживать первозданный образ заповедника, где находятся нетронутые человеком леса, озера, живут дикие звери и чистый воздух. Это место пользуется признанием местных жителей, а также сюда приезжает множество туристов. Но никто и не догадывается, что в самом территориальном центре находится ранчо, хозяин которого является настоящий ковбой и известный хозяйственник. Эти земли ему достались еще со времен войны за независимость. Он содержит кониферму, где выращивает скаковых лошадей, а также растит крупный рогатый скот. Во всем ему помогают трое повзрослевших детей, и все было бы хорошо. Но на эти земли положили глаз какие-то застройщики, чтобы построить здесь базу отдыха. Да и руководство заповедника тоже не против прибавить земли ранчо к парковой зоне. А еще и коренные индейцы считают этот участок своим. Вообще проблемы решать предстоит Джону в одиночку, потому что семье тоже надоело жить в глуши. Актеры: Кевин Костнер, Люк Граймс, Келли Райли, Уэс Бентли, Кол Хаузер, Келси Эски и другие.